Привет, сегодня пятница, я вот приехал с работы и решил, покушал бомбический пирог и позвал свою супругу Ларыску съездить со мной, прокатиться на велике по городу. Сейчас попытаюсь заснять все. Юра, смотри, нам принесли очень умную газету, называется «Алтайский край, выбираем будущее». О, я даже знаю, сколько он процентов наберет. Сколько? Будущее, 70. Посмотрим, да? Ставлю на 70. Давайте. Едем по дороге. Тут у нас бумаг. Привет, Тох. Привет, Тох. Сегодня уже многие месяцы первый раз выехал на велике, ну как за многие, за два, например, после операции, ну решил прокатиться. Вообще вечерок офигительный, августовский вечер, тепло, хорошо. Ну, наверное, да. Да, сегодня 32, говорит, было градусов. Едем. Летний вечер. Теплый самый. Был у нас с тобой. Разговаривали с нами звезды и прибой. Не скрывал он наши чувства, мысли не скрывал. А чего же он стал вчерашним? И далеким стал. А, Лариса? Ну, 32 года, наверное, сказывается. Ну да, 32 года. Вот так и живем. В далеком летнем вечере. Летний вечер теплый самый был у нас с тобой. Разговаривали с нами звезды и прибой. Не скрывал он наши чувства, мысли не скрывал. Отчего же он стал вчерашним и далеким стал? Вот так вот. Поработал, пришел, покушал вкусно. Еду на велосипеде. Что еще нужно для того, чтобы встретить старость? Что? Кто? Молодая жена. Новая. Накрашенная на губах. Да. Вот такая у меня женушка-развратница. Тут, как всегда, перекоп. Угу. Очередной. Семь, шесть, пять, четыре. Уже загорелся. Прохладный воздух пошел. Называется Чесноковка. Здесь уже попрохладней. Едем по вечернему Новоалтайску. Что-то Лариса отстает. Притормозить надо.
где-то там сзади. О, на перекрестке остановилась. Подождем. Решила не нарушать. Ага, нарушила, посмотрела. Никого нет. А, крутит, крутит, крутит. Нифига себе разогналась. Нифига ты разогналась. Вот она, улетела. Я тут это, как бы позвал ее на стройку, она еще не знает для чего, но я хочу ее купить в шоколадку. Сейчас, когда приедем, я ей скажу, покажу вам реакцию ее. Надо свернуть. Да, конкретно повечерело. Опять я упылил далеко вперед, сзади Лариса едет. Опа, вон она. О, что-то медленно крутит. Наверное, давно не ездила. Ну что, Лариса, давно не ездила? Набрала опять свои потерянные. Да. Направо. Последний поворот налево, и скоро подъедем к магазинчику. Опачки, чуть меня не сбила машина, вернее не сбила. Сначала вроде не заметил, а потом нормально подъехал. Да. Ну? Нет, не Сникерс, шоколадку. Вот видите, какая реакция, ругается на меня. Да? Сюда? А я хочу купить шоколадку. Ну я купила, куда он нам? Угу. А, все. Так вот, хотел купить жене подарок сделать, она ей купила. Вот я так и подумала, что ты тянешься. Я еще перед выходом хотела тебе показать, что я купила шоколад. Ага, что не показала? Ну вот так вот. Вот так вот делайте вот так подарки вот? Да. Своим женам, мужья. Нет, подожди секунду. Вот кто смотрит, делай. Я тебе всегда по рукам колычу. Да? А потом говорят, о, тёрку не купил, о, то не купил, цветы купишь, о, что это такое, заменит. Один день да. Нет, завянут. А как и потом? Нафиг они мне нужны. А потом в следующий раз и неохота? Нет. Так и мне не надо, мне лучше в горшке какой-нибудь. Так и я сейчас и в горшке не хочу. Шоколадку тоже в горшке? Ну пусть бы полежала. Аленка. А. Молочный шоколад, который я именно люблю. Ага, вот здесь вот хоккейная коробка. За устивающим. Заросла вообще, капец. Так. А слушай, я еще хотела тебе сказать. О, там видите, коробка какая. Мы ехали сюда, чтобы сбросить КГ. Думаю, прет за шоколадом, со Сникерсом. Ну это ты что сбросить, а это шоколадка ехала. Ну, я... Ой, давай мы снимем проводим. Ну, давай. Здесь у нас такой железнодорожный институт. Там, видите, старый паровоз. Наверное, ползунова еще. А сейчас что, это институт? Да. Ползунов. На, подержи, я поближе подойду. Чтобы не через забор. Вот, смотрите, видите? РЖД. Здесь учат. А, это, наверное, самодельный какой-то. Это не старинный. Да, 100% чужий, конечно. Ну да. Ну, видите? Учиться, учиться и учиться. Владимир Ильич Ленин. Вот я... Ну, вы не сказали, за сколько лет? Что? Ну, вот как только его этот лозунг. Учиться, учиться. Не, ну там наверху написано, видишь? Ну, я видела.
Ничего нового нет. Правильно, что надо учиться. Ну да. Кто вот учится, у того и всем есть. Девчонки, мальчишки, покупайте женам шоколадки. Не, не берите их с собой. Просто покупайте и все. В следующий раз а так ты хотел купить мне шоколад и повез меня с собой, да? Да. А я как раз сегодня пошла, купила сгущенного молока, вареного и обычного. Да. Да, я же сегодня тратилась, ходила. Ну, понятно. Ни в чем себе не отказывал? Ни в чем абсолютно. Ну все, всем пока. Домой приедем, кучусь. Нет, давай еще раз проедем маленько. Так темнота, смотри какая. Сейчас уже сгущаются сумерки. Тепло, правда? Мне так понравился вечер. Ну что, давай до дома дойдем потом, если что. Ну давай. Просто так. Мне хотелось сегодня с тобой прогуляться. Пойдем по площади прогуляемся. Поедем. Доедем до площади, там как. Вот такая у меня суперэкономичная жена. Не дала мне купить вторую шоколадку. Суперэкономичный. Суперэкономичный. Ну да, чего покупать таких шоколадок. Я еле-еле недавно, вот куда-то мне этот Сникерс доела. Для чего мне было его противно есть? Я их не люблю. Ну поехали. Сейчас мы подъезжаем, как говорится, к сердцу города Новоалтайска. К местной администрации, площади. Вот. Кому интересно, смотрите, как в Нью-Йорке у нас здесь. Огни, реклама, Бродвей. У нас здесь испортилось дорожное покрытие и вот это, как это называется, бордюр. Бордюрный камень, который я когда-то устанавливал вновь пришедший глава. Некачественный камень был. Ой, видно, дом будут ремонтировать, смотри. Ну да. Здесь вот такой торговый ряд. Когда-то в 90-х здесь прям в доме киосочки открывали. А сейчас вот видите, все двери понаделали. Помню, вот здесь вот в углу был киоск. Толпы народу стояло. Шанс назывался. Да, шанс. Вот так вот. А вот здесь люди отдыхают. Это... Ну, поехали. Видали, какая красота тут? Мне так нравится, как красиво. Кажется, все бархатное. Хочется рукой так погладить, да? Да, а что за цветы? Вот эти каллы это. Вот это? Да. Это канны. Канны. Они будут красные. Вот это бархатцы. Здесь ага. Это пеларгония. Ну, то есть герань. А вот это... Ну, забыла, как называется. Циния. Циния. Ой, нет, нет, не циния. Циния цветет. Забыла, как называется. Я тоже такие сажала. Угу. Мне нравятся. На бордюрчик. Это какая красавица пеларгония. А вот внизу как называются цветы, не знаете? Вот эти? Нет, нет, вот такие фиолетовые. Сейчас сфотографировала. Ну вы покажите фотку. Ну, господи, они белые есть и это самое. А я их понять не знаю, как их зовут. Это у меня знакомый говорит. А как их зовут? Я говорю, да хрен их знает, как их зовут. Вот эти. Петуния. Да, а у петунии разве такие это мелкие листья? Это петуния. Мелкие листья. Ну, это вот то, что вы нафотали, это петуния. Да? Да. А я говорю, похоже, петуния. Она, я говорю, а листья у них широкие. А там мелкие листья, как ёлочками. Ну, надо сходить посмотреть. Ну, вот сейчас внизу. Может, посмотреть. Там еще есть какие-то, ну, вот, которые вы мне показали. Ну, вот я про эти только. Это они. Вот видите, у меня жена еще и специалист по цветам. Раньше у меня столько цветов. А вот вечный огонь. Сегодня пятница, видимо, дни свадеб были. Притащили букеты. Вот так вот. Такой вот памятник. Они сгорают быстро здесь же. Воинам Великой Отечественной. Я помню. А, покажи. Дочь же у нас тут училась. Да, вон там здание стоит. Немного. Художественная школа. Она ходила на танцевальный сюда, а сынок ходил в художку и лепил. Угу. Как его учитель хвалила, господи, или преподаватель, как он хорошо лепил. Ну, не могли мы таскать его сюда. Далековато было. Дочь маленькая была, муж работал. Один раз ушел и удуло его бедненького. Я там испереживалась. Он сам добирался туда и обратно. Ну, дошел. Сейчас ему уже 30. Так что
как дошел. Вспомнить, что с ним происходило все время, так это ужас. То руку подвернет, слава богу, что ногу. Вырос. Ну. Ну вот, ехали-ехали и доехали до сюда. До сюда. Ну, нет, да, особенно да. Ну, там администрация. Вот, бархатцы. Реально, прям красивые такие. Ну, пошли петунью сфотаем. А вот это у нас дуча была? А, нет, была она. Была уже. Парк, когда этот построили. Далее там даже Манхэттен. Мы над Бродвеем, а там Манхэттен. Хорошо на велосипеде, можно везде кататься и по дорогам. Да ладно, для велосипеда, для инвалидов. Сейчас попробую скатиться на велике по ступенькам. На шоссейном. Ух ты! Круто! Красавица петунья. Угу. На въезде в город посадили. И здесь вот именно такого цвета. Вишневый такой. А плиты-то порушились. Я тут 100 лет уже не была. Да, ну, я не знаю, я не помню даже, когда я была здесь вот именно. Что, по-моему, с отцом твоим были? Я как раз сейчас этот момент вспомнила, когда папка была. Мы дочу, что ли, ждали? Да, Лариса, отец уже 10 лет как умер. 11. Вот она и есть, вот она цинья вот эта. Я в этом году не сажала. Где цинья? Это ярмарки краски. И или это георгинчики? Вот это георгин. Нет, это цинья. Вот, посмотри, они такие вот именно пушистые. Ну, красиво, что, ухаживают. Да. Тут уголок один сделали. Смотри, не травы вот посередине, он чувствуется, что прям рука прошла. У нас новый же глава, он, наверное, пытается хозяйство в порядке держать свое. А у нас еще фонтан в городе же есть. Угу. И не один. Да? А, тот-то, который с кувшиной. На ОВЗ. С кувшинкой. На ОВЗ. Базой. База это. Знаешь? Там архитектор Миди Сабаль. Бондарев сделал. Старался. Да. Я хотела сказать, помнишь, каменный цветок, сказка была? Ну. Это, мне ваза напоминает это. Не знаю, темно, будет видно, не будет, как видос пойдет. Так это горит. Ой, так фонтанчики работают? Как ты разговариваешь, ты в темноте. Фонтан-то видно будет. А, я в темноте? Угу. Вот этот вот торговый центр Альфа, угу. Я даже не знаю, сколько лет он строился. Десятки, наверное, да? Больше десятки. Ну, лет 20 точно. Ну, реально. Наконец его заняли. Проделали, заняли. Угу. Заехал на бордюр. Вон там Лариса наслаждается фонтанами. Опа! Фонтан, а он еще и, смотри, он еще и светится разными красками, разными цветами. Музыкальный, светодиодный. Ух ты! Слушай, я даже не знал. Я тебя пригласил на свидание сюда. Получается. Ну да. Деревенский дворик. Блин, мы уже с тобой 100 лет не выходили в город. Ну. Нью Васюки. Новый Алтай. И вы вместе с нами, девчули и мальчули. Опа, вот она загорелась. Видали, видали что? Опа, она. Мы из леса. Ну а что, круто. Я даже не думал, что у нас в городе такой фонтан. Танцующий, светящийся. Еще бы пел, поющий. Ну сейчас музыку включат, будет поющий. А
Машенька, грязная, грязная. Я так подумала, смогла бы я залезть туда? И посмотрела на воду, не, не смогла бы. Ну, как это, я недавно смотрела, включила телевизор, какое-то видео, там один мужик говорит, ну мне донат выслали, или как, донат. Донат. Я за 20 рублей одел носки на уши. Так вот, все упирается в деньги, наверное, да? Ну да. Сколько дадут? За 20 рублей пойдешь? Нет, точно не пойду. И носки не натянет. А за 1000? Тоже. Не, вот залезешь в фонтан за 1000? Нет, за 1000 нет. Просто щиколотки намочить. За 1000 нет. Да. Нет, нет. А я бы залез. А за 10 тысяч щиколотки? А за 10 подумаем. О, видишь, она уже думает. А за 100? Все, хорош развивать эту тему. А за 100 она бы даже, наверное, села там. Упалась. Ну да. Ладно, поедем домой. Шутки. В сторону. О, тут новый асфальт положили. Тут как проехать? О, у нас тут теперь, смотри-ка, кафешку сделали из этого магазина. Очень вкусное магазин место. Магазин назывался «Флагман». Не, вот до этого еще назывался «Зеленым». Забыла? Ну, до этого был «Зеленым», потом «Флагман». Наверное, перекрыли. Тут, наверное, пешеходная зона будет. Еще на улице кафешки настоят. Ну, там поехали. Здесь? Ну да, на речку сейчас. Ой, точно, мы сейчас, если получится, давай лавочку поснимем, давайте покажем. Какую? Там, там такая лавочка. Здесь пешеходная такая улица. Типа, наверное, какого-нибудь Арбата делают, не знаю. Думаю, киоску, наверное, уже тоже лет 20 больше. Да, не зря говорят, надо жить здесь и сейчас, завтра. И вообще этот миг уже никогда не повторится. Ну что, что-то другое. Делаю что-то, смотрю. Давай туда переедем. На ту сторону? Да, да, да. Слушай, то ли проколол, пока едем. Тут смотри, у нас оказывается тоже такое есть. А, вот это детская площадка. Ну, в центре вот обустраивают, а нам даже это самое отсыпать не хотят дорогу. А у нас, если бы показать в Березнике, такое себе развлечение создала молодежь. Реально. Так можно там показать. Там был ураган, березы упали, и там полянка образовалась. Осторожно. Ну, а давай поехали, нас вроде пропускают. Видите, какие грамотные. Культурный водитель. Здесь бассейн. Диваны. Подожди, подожди, вот это бассейн. Темно, правда? Ну, может, ну, видно будет. Лавочку, ну, пойдем. А, вот здесь какой-то мост. Понятно. Так. Уже не заехала. Опа, и меня тоже чуть не свалило. Так, разворот по газону слегка. Это пришлось остановиться. Ну, я не встал. Ты куда поехал? Ну, темнынь такая. Здесь два на лавочке два сердца. И смотри, ну, слушай, еще раз, давай. Вот около лавочки сзади лавочка. Вот эта лавочка, два сердца. И вот замочки вешают, видишь? Угу. Ключики выбрасывают, все. Их счастье на замке никто не разрушит. Да. Представляешь? Как легко его разрушить. Подошел, сорвал и все. Замок сердечко, что ли? Нет, красный просто. Просто красный? Да. Подделка. Вот бассейн. Ну что, неплохо? Атлантика. Неплохо, неплохо. Лучше, чем у нас, я недорассказала. Притащили два дивана, тут там посередине костер, стол поставили.
Играют иногда на гитаре. У нас дети же это, как сказать, подземелье. Да? Там, в нашем районе. Помню, конечно, помню. Ну, блин, уже не знаю, уже снимать плохо. Ну, наверное, больше не получится съемки. Всем пока. Ну, что я хочу сказать, девчули и мальчули. Вот так надо сбрасывать килограммы, а не таблетками всякими. Да. Всем пока. Пока-пока. Домой возвращаемся затемно. Вот на этом перекрестке сейчас налево. И к дому. Ну, Лариса сама захотела. Типа, давай проедем, покажем. Вон она сзади плетет. Скорее всего, не видно. За перекрестком встал. Жду Ларису. Что там она выдумала? По пешеходному переходит. Так, вот она. Хочет передохнуть. Воды хочешь попить? Лежу, поднимается медленно в гору. Лошадка. Да. Давай водичку попей. Вот это да. Вот они, лишние. Ну, потом говорит, килограмм. Рука болит, нога болит. Ой, ты меня в этом году не вывозил на прогулки. Да я сам не вывозил. Я зажирела вообще. О. Как назовем видео? Как похудеть ты это, за одну снимаешь, поездку, да? На 3 килограмма, да? Мы это. Того. Мы это. Это. Ты заходи, если что. Да. Мы же вещаем, ну, с двух континентов. Ну ты, если что. Видосы. Это, заходи. Да, дай сказать. На, говори. Я говорю. На, вот. На. Поэтому дочь говорит, у нее канал был. Это еще первый раз, когда ездила. В каком году я первый раз ездила? В 16-м. В 16-м. И мы с ней снимали. Она как раз. Ну дай водички-то говори, я попью пока. Не дает. Сама хочу. И она закрыла этот канал, а там есть видео, она говорит. А я ее мучила, говорю, мы там с тобой готовили тетразини, давай. Она говорит, ну ладно, забирайте это видео, ставьте себе. Она говорит, мам, ты там полнее была. Ты-то сейчас похудела, а сейчас опять поправилась. Ну да. Вот, видишь. Папку, мамка килограмма. Папку не слушает, килограммы набирает. Папка, это я. Оп, Комаров. Смотри, какие у меня руки. На чего? Это от лесопеда. Так он стоит на улице, и на него грязь. На, вот и руки такие. Хорошая у нас прогулка за шоколадом. Прогулка за шоколадом. Несостоявшаяся покупка. Худеем на 10 килограмм. Не, на 20 лучше. Давай ты 10, и я 10. За полчаса. Худеем на 20 килограмм вдвоем. А если представь толпу взять? На тонну можно похудеть. Ну все, погнали. Тут немного у нас сейчас кафе построили. Ну как немного, недавно. И каждую пятницу вечером или субботу здесь идет канонада. Отмечают. 12 ночи. Ну да. Да, вот. Подъехали к дому. Мужу своему говорю, спасибо за прогулку, что ты меня организовал. У меня страшно болела голова. Сейчас лучше стало? Ну, я выпила таблетку целую. Конечно. И поехала с тобой. Ну, конечно, лучше. Мозги проветрила как раз. Ну, все. И нога не так болит. Заходим в наш хаус. Ну, что хочу сказать. Хотите хорошее настроение? И так как видео у нас про похудение, так как мы не купили шоколадку. Угу. И похудеть. На сколько мы? На 20 килограмм? Вдвоем. Не, на 35. На 35? Каждый. О, значит, вам нужна прогулка. Ну да. Спешите прогуляться. Всем пока. До новых встреч. Пока-пока.